А это, друзья, ехал по дороге и вот наткнулся на старую бензозаправку, которая работала при СССР. И вот не знаю почему, что невыгодно, что ли. Но отсюда ушла цивилизация, ушел человек. Может, не продлили лицензию, может, еще какие-то войны у бизнеса. Вот рядом заправка процветает, Роснефть. А здесь вот все заросло бурьяном. Вот здесь колонки стояли. И вот она, погибшая заправка. Кто-то, может, даже узнает. СССРовские. О, там все обветшало. Это пульт. Тут раздача была. Стекла побитые. В общем, знаете, как показывают американские фильмы. Где-то там у них такие брошенные, не знаю, города, фильмы ужасов, что ли. Вот пришло время и у нас такому запустение. Почему? Казалось бы, выгодное направление бизнеса, но все заросло, все бурьяном заросло. Ну, как и есть, когда человек уходит, начинает наступать природа. Она продвигается, вот смотрите, захватывает территорию везде, и даже из травы, из бетона лезет трава, растения, стены разрушаются. Ну, еще, конечно, какие-то бомжи, молодежь, все это вот, все это помогают приводить вот в такое плачевное состояние. Да. Делюсь, друзья, хотя трасса рядом, хотя бизнес мог бы процветать, но что-то не так, что не так. Ну, подозреваю, возможно, политика, власть, возможно, замешана здесь это. Ну, знаете, как бывает. Там администрация, какие-то родственники и хорошее место. Конечно, кому-то лицензию не дадут, кому-то дадут. Ну, наш мир такой, несправедливый. Вот так.